Other countries too worked on a war footing to help India. The United States, the UK, the European Union were among the many nations that sent aid India's way. The most prized commodity? Oxygen. Thousands of oxygen... Case this Monday. Ve ona göre de Türkiye'nin yadına salması senin vaziyetin hiç o kadar da yakışı değil. Ve ben senin vaziyetini bir kadar da pisleştirebilirim. Создаем самое настоящее шейное, очень красивое украшение с бусами из палантинов. Продеваем палантин в наши замечательные бусы. Так, друзья мои, и у вас получается... Ты меня понял? Подходишь к ней, идете в подвал. Самый мелкий из наших, тебе легче будет его тащить. Это у меня все. Я хочу попросить прощения, что его надежды я не оправдала. Жди меня. Сегодня в 17:50 на НТВ. Мария ожидает суда. Глеб уехал из города. Евгения продала квартиру дочери и уехала жить в деревню к дальним родственникам. Очистить наши муниципалитеты. Казалось бы, многие озвученные журналистами проблемы сугубо локальные, но задача, чтобы жить комфортно было не только в Москве и Петербурге, а во всех регионах. Именно для этого постоянно обновляется список пособий и выплат. В срочном порядке был скорректирован... Эксперименты сейчас начнутся. Хочешь стать миллиардером? Укладываться в моей голове прописано. Не укладывается. Все просто. Предложи удачную идею. Это первый напиток для ухода за волосом. Изобрети что-то полезное. Так выглядит наш первый тренажер. Впечатли инвесторов. У меня пока в голове. Ты на него лапой и демонстративно стирает кору с дерева. Однако все попытки устрашения заканчиваются полным провалом. Ух ты. Ух ты. Вася, успокойся. Am promis și ne ținem de cuvânt un colind în limba maghiară, niște fete, niște băieți minunați, o zicere de merge la suflet, mai ales dacă știi să vorbești în limba maghiară.